Компания Food Service представляет вашему вниманию обзор дегидратора Good Food WS10 Pro. Дегидратор – это прибор, который выполняет процесс дегидрации или обезвоживания. Наиболее распространенными среди продуктов для дегидрации являются овощи, фрукты, ягоды, грибы, травы, чипсы из яблок. Также сушарки активно применяются для дегидрации мяса и рыбы, орехов и семян, закваски, йогурта, ряженки, хлебцов и многого другого. Дегидратор-сушарка Good Food WS10 Pro осуществляет максимально мягкую сушку продуктов, сохраняя все необходимые энзимы. Рассмотрим конструкцию дегидратора. В комплект поставки входит 10 полок размером 39 на 39 см, лоток для крошек, направляющие, сетевой шнур питания и подробная технологическая карта для работы с различными видами продуктов. Сверху на корпусе предусмотрены две ручки. Они позволяют удобно и ровно поднимать и переставлять аппарат, правильно распределяя его вес. Данная модель выполнена полностью в металлическом корпусе. Благодаря этому, в отличие от дешевых пластиковых дегидраторов, модель Good Food WS10 Pro служит долго и надежно, а также не выделяет вредных веществ. Но необходимо учитывать, поверхность металлического корпуса нагревается больше. Рабочая камера дегидратора полностью отсоединяется от блока управления. Это позволяет легко ее мыть и обслуживать, не беспокоясь о случайном попадании воды на электрические элементы. Решетки и направляющие для них также легко снимаются для очистки. Под решетками находится лоток для крошек, который можно мыть в посудомоечной машине. Оптимальный размер ячеек сетки 8 на 8 мм позволяет равномерно и беспрепятственно двигаться воздуху по всем уровням. В то же время продукт не проваливается через эти отверстия. Мыть решетки нужно в теплой мыльной воде с последующим протиранием влажной губкой. Отметим, согласно инструкции, допустимая нагрузка на одну полку составляет до 500 грамм продукта. Соответственно, полная загрузка всех полок равна 5 килограммам. Рассмотрим панель управления. Справа размещена кнопка включения дегидратора. Она также выполняет функцию выбора режима сушки. В положении 1 запускается непрерывный режим работы. Процесс сушки происходит до момента, пока аппарат не выключить вручную. Положение регулятора 2 позволяет задать продолжительность сушки вручную с помощью таймера. Регулятор расположен посередине. Временные границы таймера составляют от 1 до 15 часов непрерывной работы. По завершению установленного времени дегидратор отключается. Включается автоматически. Как в первом, так и во втором режимах предварительно необходимо установить температуру. Регулятор находится слева и дает возможность установить от 35 до 70 градусов Цельсия. Нагревательный элемент защищен дополнительной решеткой. Автоматический вентилятор распределяет горячий воздух внутри устройства, обеспечивая равномерную сушку продуктов. Дегидратор-сушка Good Food WS10 Pro активно применяется не только для частных целей, дома или на даче, но и для коммерческих. В компании Food Service представлены дегидраторы различных производителей. Детальное описание, характеристики, цены и отзывы вы можете посмотреть на сайте компании по ссылке в описании снизу под этим видео. Надеемся, этот обзор был полезен для вас. Ваши вопросы оставляйте в комментариях под видео. Ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые обзоры. До встречи!